Раньше в этот двор не заезжала даже скорая помощь. Машины останавливались у торца здания, и медики шли до подъезда пешком. В таком состоянии находился двор. Теперь ситуация изменилась. За дело взялись представители общественного совета микрорайона. Вместе с управляющим неравнодушные соседи добились, что спустя совсем немного времени во дворе уложен новый асфальт. Одни ямы были. Даже вообще не только ездить на машинах, ходить в лужи прям были. Не перейдешь. У нас один раз приехала скорая, у нее отвалилось колесо. Писали заявление от жильцов, от 170-го, от 166-го. Помогли они нам, спасибо им огромное. Власть стала ближе к народу. Вопрос решается как более оперативный, намного лучше. Народ обращается очень много. Жители находятся в тесном контакте, то есть, потому что постоянно находишься на территории, постоянно с ними общаешься, какие-то вопросы решаешь. Но вот самый главный вопрос решен с этой дорогой. Двор заасфальтировали по ходатайству общественного совета за счет одного из торговых центров, который работает в микрорайоне. И подобных проблем решено уже немало. Когда за дело берется общественность, большинство вопросов можно решить прямо на месте. Если такой возможности нет, проблема выносится на более высокий уровень власти. Управляющий микрорайон каждодневном режиме проходит обход территории. Мы в еженедельном режиме, там я подключаюсь, мы обязательно какие-то болевые точки обозначаем и реализуем. И казалось, там увеличилось количество проблем. Но я думаю, они увеличились не из-за того, что они как-то прибавились. Да? Люди увидели, что они начали решаться. В том числе мы находимся вот на территории общественного микрорайона Загорка 3, где, в общем-то, не привлекая ни копейки бюджетных средств, нам удалось путем работы с местными представителями и бизнеса, и жителями реализовать. А рядом за хозяйственной будкой ликвидированы мусорные завалы, которые копились десятилетиями, тоже при участии общественности. И вот новые наказы от жителей. У нас лестницы все разбиты. Как козырьки вот это то, что все постоянно, когда заходишь в подъезд, получается, все вот на тебя льет, если когда сильный дождик. Ну что еще? Ну, бабки лавочки просят, бабульки наши. Мы не знаем. Скверик просим все отремонтировать. Сквер, да, вот с той стороны. Много с детьми у нас здесь. Все самые насущные вопросы содержания территории, обустройства парков и скверов, ремонт зданий и дорог – все это теперь под контролем жителей. Многие уже привыкли, что все зависит от инициативы каждого, кому не безразлично, в каких условиях он живет. В этом, собственно, и есть суть реформы местного самоуправления – добиться того, чтобы такая схема работала в автоматическом режиме. Марьяна Мирная, Олег Зверев, Станислав Левин. События.